Итак, дорогие друзья, наши музыкальные уроки продолжаются. Сегодня у нас по программе игра на гармонии, на русской гармонии, которая именуется хромка. Да, Настя, у тебя какая гармония сейчас в руках? Ля-мажор. Ну, ля-мажор, правильно, это тональность, ля-мажор. А вот эти все гармонии, у которых сколько кнопок справа, ты не считала? 25, я знаю, это точно. И с левой стороны 25. Эти гармонии являются стандартными русскими гармониями, и они именуются, разумеется, хромка. Хромка. Ну, конечно, она хромкой не является, то есть хроматизма здесь, к сожалению, нет. Но многие песни, 80%, которые, дорогие друзья, мы слышим в природе на гармонии на русской, исполнить, безусловно, можно. Сейчас будет звучать «Оберла Чао», знаменитая песня, Настя ее по нотам играет. Вот, это, как, насколько известно, партизанская песня. Попросим Настю начать эту песенку, да? Еще разочек, если можно, по заявкам радиослушателей. Хорошо, хорошо. Вот эта партизанская песня прозвучала два куплета у Насти Зигель. Да? Скажем им спасибо и пожелаем дальнейших творческих успехов.